Now we have come to this supremely pure transcendental and very, very significant place, the Goshala of Nanda Maharaj. По беспричинной милости Шиши Гуру Гуранги сейчас мы прибыли к этому удивительному месту Гошале Нанда Махараджа. Васудев Махарадж полагал, что Кришна является его сыном. А Нанда Махарадж думал, Кришна мой сын. А кто был прав? Нанда Махарадж was fully right, and Васудев Махарадж was partially right. Нанда Махарадж был полностью прав, а Васудев Махарадж был частично прав. Because fully Krishna is the son of Nanda, and his part is Vaibhav Prakash, his son of Vasudeva. Потому что полностью Шри Кришна является сыном Нанда Махараджа, но Вайбаб Пракашем Васудева. Anyway, Vasudeva Maharaj, because he thought that Krishna is my son, he felt responsibility to arrange a priest to perform his nam sanskar. Так или иначе, из-за того, что Васудев Махарадж, он считал себя все-таки отцом Кришны, поэтому он считал своим долгом, своей отцовской обязанностью сделать, провести церемонию наречения имени Шри Кришны. From Mathura, Vasudev Maharaj sent his priest, Garga Muni, Garga Charya, to Gokul to secretly perform the Namkaran Sanskar in the Goshala of Nanda Maharaj. So it would be secret, others will not know. Otherwise they might suspect that Krishna was the son of Vasudev and Kamsa would try to kill him. И секретно Васудев Махарадж отправил своего придворного брахмана Гаргу Муни для того, чтобы тот прибыл во Вражью Даму, во Вриндаван и провел эту Намкаран Самскару, то есть церемонию наречения Кришны имени, но это было сделано секретно, потому что если бы это было сделано публично и открыто, то тогда кто-то мог бы заподозрить, что Шри Кришна является сыном Васудева, и тогда Камса Махарадж постарался бы его убить. Because he'll do the Namkaran Sanskar for Baladev. Baladev really is the son of Vasudev Maharaj. И Нанда Махарадж он согласился с этим, потому что он знал, что Шри Кришна является сыном, что Баладев Прабу является сыном Васудева Махараджа. И потому что он он согласился с этим, потому что уже до этого Намкаран Самскару Гарга Муни провел для Баларама, который является действительно сыном Васудева. И по этой причине Нанда Махарадж согласился, чтобы Намкаран Самскару Гарга Муни провел для Кришны тоже. So we'll go on the way down to the Prasuti Ghar. That means the maternity ward where Rohini gave birth to Balarama Prabhu. И мы сейчас отправимся в родильную комнату, где в Рахине Майя родила Баладева Прабху. So Гаргачарья here, he gave the name to Krishna's brother Balarama. И здесь Гаргачарья, он нарек брату Кришне Балараму его имя. And also the name Sankarshan. И также он назвал его Санкаршан. Because he was attracted by Yoga Maya from the womb of Devaki to the womb of Rohini. Потому что из лона Деваки он был перенесен в лоно Рахини. So when Gargacharya was doing the astrological chart for Krishna. И когда Гаргачарья делал астрологическую карту Кришны. Then he told to Nanda Maharaj. Prasmannandatmajoyante Narayana Samo Gunai. Your son will have qualities like Narayan. То он сказал Нанде Махараджу, что у твоего сына будут качества, подобные качествам Господа Нараяны. That doesn't mean that Krishna's qualities are like Narayan. It means that Narayan has qualities which are similar to Krishna, but Krishna has four qualities even Narayan does not have. Это не означает, что у Шри Кришны будут качества Господа Нараяны, но это означает, что у Господа Нараяны есть все те качества, которые присутствуют в Кришне, но в Кришне присутствуют также четыре экстра качества. Rupa Madhuri, Lila Madhuri, Prema Madhuri and Venu Madhuri. Rupa Madhuri, Lila Madhuri, Prema Madhuri и Venu Madhuri. Oh, it was here. He said, "Tasmannandatmajo." Oh, this boy is the son of Nanda. So even Gargacharya said that Krishna was Nanda Maharaj. Здесь Гаргачарья сказал, что Шри Кришна является сыном Нанды Махараджа. He said, "Прагаям Васудевасья." In the past, he was born as a son of Vasudev Maharaj. So some people call him Vasudev. Прагаям Васудевасья. Временами люди называют его Васудевом, потому что известно, что он родился от Васудева Махараджа. Gargacharya said. Anena sarva durgane yuyam anjastarishyata. By the grace of this child,
whatever difficulties all the bridge buses will face, they will cross beyond all of those difficulties. Дарга мне сказал, что с какими бы по милости этого ребенка, с какими бы трудностями не столкнулся данный народ, все эти трудности они будут разрешены. And anyone who will have love for him will never be defeated. И любой любящий его никогда не будет побежден. And he said, Asanvanas trayasya vrita nu yugam tunu shukla rakta stata pita idanim kshetam gataha. Your son has appeared in different yugas, in different colors. Он сказал, твой сын он является в разные юги, принимая на себя цвет тела различный. In Satyuga he had a white complexion. В Сатиюге он был белого цвета. In Tretayuga he had a red complexion. В Третаюгу красного. Now he has a black complexion. Сейчас он черный. And in Kaliyuga he will be golden. А в Калиюге он явится золотым. So it was here in this Goshala that Gargacharya predicted the appearance of Sri Sachinandan Gohari Ki. В этой самой Гошале Гарга Муни он предрек пришествие Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир. So Prince Basis always used to remember the words of Gauranga Muni whenever there was any difficulty or any problem, and Krishna would say them, oh, it's because of the prophecy of Gauranga Muni. И когда бы Браджабаси не сталкивались с какой-то проблемой, с какой-то трудной ситуацией, всегда они начинают пометовать вот эти слова, которые сказал Гарга Муни, когда он говорил, что у нас есть особенное благословение, что если с нами Кришна, то все будет в порядке. So now we have two more places to go to. Сейчас у нас еще два места осталось. So we'll move quite quickly. Мы сейчас быстро должны перемещаться. But we're just going down the hill to our bus. Мы спустимся вниз. And on the way we'll stop to give our pranams at the place where Krishna killed Putana. По дороге предложим. At the place where Krishna killed Trinavarta. Пранама, где Кришна убил Путану, Тринаварту. Delivered Shakatasura. Где он освободил Шакатасуру. And the birthplace of Balaram. И место рождения Баларама. And the Bhajan Kutir of Srila Sanatana Goswami. Bhajan Kutir Srila Sanatana Goswami. On the way down the hill towards our bus. And then from the birthplace of Krishna, now we're going to the birthplace of Radharani Rava. И отсюда мы отправляемся в Раву, место рождения Радхарани. And then we have one other special place to go. И потом у нас еще будет одно особенное место, прежде чем мы вернемся домой. Goku Bhagavaki, Jai Bhagavaki, Jai Bhagavaki, Jai Bhagavaki, Jai Bhagavaki, Jai Bhagavaki, Jai Sri Radhe. Васудева его зовут, потому что он явился раньше, как сын Васудевы Махараджа, поэтому его называют.